Егор, это будет наш с тобой уже пятый матч. Из месяца в месяц ты пытаешься меня победить, но каждый раз твои попытки тщетные. Ты придумываешь планы, нападаешь на меня до матча, используешь Валерию Сафиулина, но каждый раз результат один и тот же. И сейчас ты собираешься выйти на меня без плана? Егор, это самоубийство. Хорошо, я просто хочу, чтобы ты понимал, что это действительно твой последний шанс. Спонсоры дали тебе последний шанс, Айзенхард дал тебе последний шанс, и я, Егор, даю тебе последний шанс. Это последний матч между нами с тобой один на один. Егор, ведь теперь у меня есть то, к чему я шел так долго. И за этим титулом уже выстроилась целая очередь из претендентов. Свайп и Шаман, Энвил и Рони Кримсон, ОБК. Егор, у ОБК есть матч-реванш, отлично. Мы готовы с Фишером защищать любой команды. Егор, последний матч. Либо ты получишь все, радость на лице спонсоров, победу надо мной, деньги, возможность развития, либо ты получишь ничего. Все или ничего, Егор? Все или ничего?